Высокоскоростные лущильники Софтер – это уникальные машины в своем классе с высочайшими параметрами. Они предназначены для сплошной обработки почвы на глубину до 12 сантиметров. Диски с индивидуальным предохранением и уникальным рабочим углом обеспечивают легкое проникновение в почву даже в сложных почвенных условиях. Подрезание по всей поверхности и качественное измельчение. И отличный выравнивающий эффект. Наряду с уменьшенным весом и высокой рабочей скоростью, лущильники Софтер обеспечивают своим клиентам превосходную производительность. Отличную операционную экономичность и очень качественную работу. Софтер обеспечивает быструю и качественную обработку стерни. Глубина обработки почвы может составлять от 4 до 12 сантиметров. Почва полностью подрезается, отлично измельчается и опять утрамбовывается. Отличное выравнивание поверхности почвы препятствует испарению влаги, а также способствует ускоренному прорастанию падалицы и семян сорняков. Софтер обеспечивает превосходное качество работы даже при обработке стерни с большим количеством измельченных растительных остатков. Они прекрасно перемешиваются с почвой, что впоследствии значительно ускоряет их разложение. Очень важно двигаться под углом в 30 градусов относительно направления движения опрыскивателя и комбайна. Софтер очень эффективен при последующем механическом уничтожении сорняков. Неглубокое полноценное подрезание обеспечит быстрое просыхание всех выросших сорняков и падалицы экологически чистым способом, без каких-либо химических препаратов. Благодаря высокой пропускной способности, Софтер может справиться даже с высокорослыми злаками и сорняками. У растений с очень высоким стеблем можно выполнять два прохода под углом от 45 до 90 градусов для наилучшего нарезания длинных стеблей растений. Софтер также очень эффективен и при предпосевной подготовке почвы, после вспашки или глубокого рыхления. Диски обеспечивают эффективное измельчение комьев, а задний каток оптимально уплотняет почву и восстанавливает подъем почвенной влажности. Поверхность почвы идеально выравнивается для последующего качественного выполнения следующей посевной операции. Лущильники Софтер могут быть оснащены комплектом для внесения навозной жижи от Vogelsang. Распределительная башня равномерно распределяет жидкий навоз непосредственно перед каждым диском передней дисковой батареи. Благодаря этому удобрение вносится равномерно и не происходит засорения. Софтер может агрегатироваться с прицепными или самоходными цистернами. Преимущество – малый вес и компактные транспортные габариты. Софтер имеет две отдельно выделенные рабочие зоны. Зона дисковой обработки обеспечивает сплошную обработку почвы и перемешивание на заданную глубину. Задний каток обеспечивает оптимальное уплотнение почвы. Благодаря этому дождевая вода хорошо всасывается и создаются оптимальные условия для появления прорастающих злаков и семян сорняков. При этом существенно уменьшается испарение почвенной влаги обратно в атмосферу. Высокая рабочая скорость до 12-15 км в час обеспечивает высокую производительность. Отличный эффект выравнивания – это гарантия высокой продуктивности последующих операций по заделке насаждений и культивации в период вегетации. Стабильная рабочая глубина обеспечивается точным введением глубины спереди с помощью навески трактора и сзади с помощью уплотняющих катков. Для идеально точного копирования глубины машина может быть оснащена передними копирующими колесами. Софтер отличается высокой стабильностью при высокой рабочей скорости. Нет никаких колебаний, машина очень хорошо сбалансирована в продольном и поперечном направлениях.
Переднее дышло уравновешивается легкой компактной осью сзади. Транспортная ось расположена назад на раме заднего катка. Это технически уникальное решение полностью исключает колебания оси во время работы. Результатом является высокая горизонтальная устойчивость на всех рабочих скоростях и оптимальное положение центра тяжести над рабочими секциями машины. При правильной настройке продольного положения машина стабильно работает по траектории трактора и не имеет бокового сноса. Благодаря этому почва всегда обрабатывается равномерно по всей ширине. Оптимизированные рабочие углы дисков обеспечивают очень высокое качество измельчения и перемешивания. При работе сохраняют заданную глубину равномерно по всей ширине захвата машины и прекрасно выравнивают поперечные неровности. Почва превосходно измельчается и перемешивается с растительными остатками. Значительное отклонение дисков по вертикальной оси существенно улучшает их проникновение в почву даже в очень сложных условиях на твердых и сухих почвах. Диски заточены со всех сторон для идеального подрезания. Диски крепко направлены на обработку массивными кованными стойками с подпружиненными резиновыми элементами с очень высокой силой срабатывания. Каждый диск фиксируется отдельно, благодаря чему достигнута максимально возможная сила предохранения дисков с оптимальными размерами и выгодным весом. Диски подвешены в раме с высоким клиренсом. Возможность индивидуального подрессоривания дисков обеспечивает постоянное давление каждого диска и значительно повышает производительность машины и устойчивость к засорению в неблагоприятных почвенных условиях. Позволяет также легко устранять разросшиеся сорняки и падалицу. Софтер прекрасно выравнивает даже крупные неровности, например, колею за колесами трактора или глубокие колеи после уборки корнеплодов. Благодаря этому представляют собой ключевую операцию при выравнивании поля с целью повышения эффективности всех последующих операций в технологиях культивации, а возможности использования и другой широкозахватной техники, такой как сеялки, разбрасыватели удобрений, опрыскиватели или мощные комбайны. Софтер – отличный результат работы за один проход. Идеальное рыхление по всей ширине, точные рядные проходы, отличное перемешивание растительных остатков, равномерная обработка почвы на заданную глубину, идеальное выравнивание поверхности почвы и оптимальное повторное уплотнение. И все это при высокой рабочей скорости и производительности. Отдельные рабочие элементы хитроумно расположены на массивных складывающихся гидравлических рамах. Вместе с дышлом и осью они образуют стабильный агрегат, устойчивый к экстремальным эксплуатационным нагрузкам. Основу рамы составляют толстостенные профили в сочетании с листами высокопрочной стали. Данная концепция обеспечивает оптимальное сочетание прочности и ударной вязкости, обеспечивая длительный срок службы в самых тяжелых условиях. Полностью гидравлическое управление всеми секциями обеспечивает высокий комфорт оператора и экономию времени. Высококачественные двухрядные шарикоподшипники имеют пятикратную систему уплотнений, обеспечивающую длительный срок службы. Задние уплотняющие катки имеют массивную, особо прочную конструкцию, изготовленную из высокопрочной стали. Они оснащены большими шарикоподшипниками с высокой прочностью и системой многократного уплотнения. Подшипники заполнены специальной смазкой и поэтому полностью без обслуживания. Лущильники Софтер могут быть оснащены широким ассортиментом дополнительных элементов. Передние опорные колеса повышают точность рабочей глубины при очень мелкой обработке почвы. В условиях легких и песчаных почв идеально подходят двойные опорные колеса. Софтеры могут быть оснащены рабочими дисками двух типов размеров. Возможно выбрать диски диаметром 510 или 560 мм. Диски меньшего размера лучше проникают в почву и обладают более высокой проходимостью во влажных условиях, поэтому они подходят для средних и тяжелых липких почв. Диски большего размера подходят для легких и песчаных почв, где для качественной сплошной обработки требуется большее перекрытие.
Стандартно диски имеют зубья и заточку по всему периметру края. Диски с меньшими зубьями или абсолютно гладкие диски можно использовать для очень мелкой сплошной обработки почвы. Машины Softer также могут быть оснащены целым рядом различных типов прикатывающих катков. Это катки. Дисковый каток. LTX-каток. Трубчатый каток. V-каток. Двойной каток. Двойной ринг-каток. Двойной флет-каток. Двойной V-ринг-каток. Подходящий тип катков может быть рекомендован в зависимости от почвенных условий и типической глубины обработки. Очень качественную работу обеспечивают двойные катки, которые характеризуются высокой устойчивостью против налипания при работе в сложных почвенных условиях. Вспомогательная сеялка MicroDrill позволяет одновременно сеять сидораты за один проход во время обработки почвы. Это существенно увеличивает производительность. Благодаря набору SyncAlt от Fogelsang возможно использовать Softer как эффективный инструмент для внесения жидкого навоза в почву. Дисковые лущильники Softer имеют исполнение в различной ширине захвата и конструкции для самых разных типов тракторов. Навесные машины имеют исполнение от 2,5 до 6 метров для тракторов мощностью от 120 до 300 лошадиных сил. Полунавесные машины в исполнении от 4 до 12 метров для тракторов мощностью от 150 до 500 лошадиных сил. Высокая производительность машин Softer обусловлена не только высокой рабочей скоростью, но и быстрым и простым агрегатированием с трактором и минимальными требованиями к ежедневному обслуживанию. Это существенно сокращает непроизводственное время. Ежедневное обслуживание включает краткую проверку машины и смазку лишь одного места – шарнира тяги. Все остальные части машины полностью без обслуживания. Перевозка машин Softer по дорогам очень быстрая и безопасная. Машины имеют очень компактную конструкцию благодаря оригинальному полностью гидравлическому складыванию боковых секций. Все машины с транспортной шириной до 3 метров омологированы для эксплуатации на дорогах общего пользования на территории всего Евросоюза и других стран. Благодаря широким транспортным осям с большими колесами машина очень устойчива, а транспортировка очень безопасна. Высокая устойчивость проявляется даже на пересеченной и наклонной местности. Максимальный допустимый склон – до 12 градусов. Важным элементом при работе в поле является отличная маневренность. Короткая и компактная конструкция машины Softer позволяет использовать минимальный радиус разворота трактора. Это позволяет выполнять развороты очень быстро и повышает производительность машины. Правильная настройка машины в поле осуществляется очень легко и быстро. После раскладывания оператор устанавливает необходимое давление боковых секций и рабочую глубину. После установки оптимального продольного уровня машины достаточно отрегулировать передние опорные колеса, чтобы добиться точной глубины обработки по всей ширине захвата машины. Правильная установка боковых дефлекторов обеспечивает идеальное соединение соседних проходов на поле. Боковые дефлекторы легко настраиваются и надежно работают в различных почвенных условиях. Результат работы правильно отрегулированной машины – идеальная поверхность поля, качественное рыхление и равномерно перемешанное по всей ширине захвата, а также отличное соединение соседних проходов. Почва подрезается на точную глубину по всей ширине захвата, что предотвращает нежелательное испарение почвенной влаги и уничтожает все сорняки. Часовая производительность машин Softer при достаточной мощности трактора 30-40 лошадиных сил на 1 метр ширины захвата достигает значения до 1,3 гектара в час на метр захвата. Например, трактор мощностью в 350 лошадиных сил в тандеме с лущильником Softer 11 PS в состоянии обработать до 14 гектар в час. За 8-часовую рабочую смену это более чем 110 гектар. При двухсменной работе –
более 220 гектар в сутки. Годовая производительность такого комплекса может составлять до 4000 гектар. При этом расход топлива находится на уровне от 4 до 6 литров в гектар, в зависимости от глубины обработки почвы. Низкие эксплуатационные расходы, низкие затраты на техническое обслуживание и высокая производительность машин Софтер являются гарантией очень благоприятной общей экономики эксплуатации и быстрого возврата инвестиций. И все это при высоком качестве работы и соответствии с самыми высокими агротехнологическими требованиями послеуборочной и предпосевной обработки почвы.